Если человек так со мной поступит, все, что ему дорого в этой жизни, будет сожжено дотла. Приготовьтесь увидеть премьеру трейлера «Один уже покойник». Месть. Я никогда не думала о ней. Но увидела тебя и поняла, что надо делать. Я Беатриса. Виктор. Ты следила за мной? Хотела познакомиться. Давай сходим куда-нибудь. Я знаю, почему ты согласился. Ты думаешь, раз девушка с тобой следит, она что-то про тебя знает? Я видела, как ты убил человека. Мне нужно, чтобы ты убил того, кто меня изуродовал. Эй! Эй! Садись! От режиссера первого фильма «Девушка с татуировкой дракона». Они убили мою семью! Тому, кто меня выслеживает, остается только одно. Молить о пощаде. Не думаю, что он станет это делать. А ему это и не поможет. В марте. Кровь за кровь. Ты знаешь, что такое убить человека? Ты понятия не имеешь, во что ввязываешься. Нет! Не бросайте меня здесь! Хочешь спасти себя? Сделай это! Я сожгу все дотла. «Один уже покойник». В кинотеатрах с 8 марта.